Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия и обзоры товаров и продуктов. Сегодня я хочу рассказать вам о ценах в кафешках Гоа. В данном случае это кафе, которое называется «Королевское прикосновение». Это туда мы попали после экскурсии к статуе Шивы. Это пляж Палалем, это южный Гоа, потому что по северному Гоа у меня уже есть по меню и по ценам. Меню здесь самое удобное, что дано на русском языке. Все по-русски, все записано подробно, все цены. Вот, например, здесь идут завтраки. Завтраки от 180 до 290 рублей. То есть тут есть и континентальный завтрак, и регулярный завтрак. Вот, в общем, на выбор. Затем у нас идут блюда из яиц, тоже начиная от 50 рублей до 150. Различные каши. Чай, кофе начинает с 40 рублей. Затем мы видим сезонные супы, которые начинаются от 50 рублей и до 150 рублей. Тоже довольно неплохие. Далее мы видим пиццы, горячие блюда, сезонные салаты. Все в пределах вот так 150, 200, 250 рублей. Лично мы взяли пиццу Маргарита, которая стоила 220 рублей, или рупи, потому что рубль и рупия примерно равны друг другу. Так вот, эта пицца нам очень понравилась. Во-первых, она была большая, мы ее еле-еле съели. Во-вторых, у нее было тонкое, такое хрустящее, хорошее тесто и очень много начинки. Вот что нам понравилось. Мы ее съели с удовольствием, много сыра было. Сыр был такой приятный, вкусный, поэтому лично мы были довольны. Затем идут пасты 190-230 рублей. Кто-то из нашей группы брал пасты, сказали очень вкусную. Кто-то брал лазанью, тоже сказали вкусное. Также тут есть мексиканские блюда, тоже в пределах 180 рублей, 230 рублей. Специальные китайские блюда, это кто любит китайскую кухню, тоже начиная от 190 рублей до 250-230. Рис и лапша. Но рис мы ели на нашем пляже очень много раз. Мне очень нравится в Гоа рис. Это очень вкусный такой ароматный рис с различными добавками. И там действительно много начинки. Дальше идут вегетарианские блюда. Они идут тоже овощные. 150-180 рублей. Индийские блюда. Курочка, карри, масала, вот это все у них очень вкусное. Рис начинает с 70 рублей и заканчивая 250 рублей. Блюда, которые готовятся в тандыре, ну, эти блюда более дорогие. Тут и 500, и 300, и 400 рублей, потому что это уже более дорогие блюда считаются у них. Затем лепешки. Лепешки у них роти начинаются от 20 рупий. А затем с разными они там начинками, добавками, то есть до 100-120 рупий, 60 рупий. Ну, то есть тоже я бы не сказала, что это дорого. Затем морепродукты различные, почему-то тут цены не указаны, но это, конечно, подороже все, потому что морепродукты у них довольно дорогие. Снова идут супы тайской кухни, том-ям 130 рупий, 150 рупий. В общем, здесь есть не только гуанская кухня, но и другая. Вот, даже есть блюда Израиля, тайские горячие блюда. И тоже все вот в районе 200-250-300 рупий. Единственное, это то, что здесь подороже стоит, это рыба, креветки и так далее. Вот, алкоголь мы не пьем, поэтому ничего не могу про это сказать, но люди тоже покупают, в общем-то, были довольны. Вот опять идут коктейли алкогольные. Кому надо, ставьте на паузу, потому что я про них ничего не могу сказать. Вот, и шоты. Шоты, я как понимаю, это тоже алкоголь, поэтому ничего не могу сказать. Могу сказать, что я пробовала, мне понравилось. Мне понравились, например, вот эти вот маргарита. Из нашей группы люди ели другую еду, тоже все понравилось. И самое главное, что все по-русски, очень быстро, долго ждать не пришлось. Мы успели и искупаться на этом пляже, и пофоткаться, и покушать, и поехать обратно по своим отелям из экскурсии. Смотрите мой плейлист Гоа, будет еще очень много интересного. До свидания, удачи всем!